Что об этом говорит вот этот черный Саша? Его мало даже кто знает. Следующий кто? О революции, обо всем. 300 поэтов за 300 лет. Ну, я не скрываю, что Евгений Евтушенко – это главный помощник мой в этом деле. Это 26-й том. Открытый Мохов. Все книги сшиты, ни одной склеенной нету. Все они на офсетной бумаге и намелованы. Вот такие вот эти. Конечно. Теперь вот эта вот книга. Вы что, каждый блядь, переизданная. Дарите, фотографируете? Смотрите. Да. Это да, вот да. Снято три. Второе издание вышло, и вот это, получается, четыре. Они переданы патриарху Путину и Медведеву. И видели в библиотеке. Вот за 2000 лет впервые полное толкование Нового Завета. С опровержением всяких сектантских толкований. Я миссионер. В моем доме пришел не один сектант. Баптисты стали православными батюшками. Вот. Чтобы посмотреть, это у нас тоже секты есть. По благословению епископа Максима. Это два епископа благословляют вот этот труд. Очень часто люди спрашивают, ну такие книги издать, это ясное дело, что говорится, не на дороге. Где издаются? Я закончил издание. Ну там еще не были у них. Вот. Горно-Алтайск. Понятно. Вот, это, Барнули они не могут это делать. Они делают вот как вот эти, вот обрубленные, это в мягком переплете. Спрашивают, что за спонсоры, как можно издать. Вот это переизданы на 2000 экземпляров, за миллион завалила стоимость. Это невозможно, но у них 240 иллюстраций. Вот кто помогает. Сколько? То есть кому попадают книги, разные компании, они понимают, это книги не игровые. Здесь ответ на 4124 вопроса. Это семья, работа, православие, мусульманство, иудаизм, да все. Так как я ввел большие работы в школах, в милиции, в воинских частях, у меня тысячи вопросов. И они здесь отвечены, плюс проповеди. Это вот отдельная книга, наша беседа, вот убитый священник был Александр Мини. Это нигде нету, это наши с ним беседы. Но они также и в аудио на нашем сайте. Здесь вот. Их спрашивают, как назвать этот отдел, если он будет. Открытым оком, это специально оком сделал выше, чтобы голову поднять человеку. А тут оно так написано, открытым оком. Или в самом названии, во свете Библии. Это два названия. Полка всего 1,40 м занимает. Если у вас есть старообрядцы, старообрядцы вот за 380 лет. Мусульманство, вот, зеленый свет любят они. Это весь Коран, и за 1300 лет, что было сказано. Как нам прийти к единению? Как перестать то, что делается? Ну, я не лист, я здесь считаю против экстремизма, там, все, что творится. Эти книги основаны на личном опыте. Я начальник детского лагеря 40 лет. Без помощи государства тысячи детей понят. Вопрос был решен, если бы везде начали так делать. 17 тысяч сел уничтожено. Мы получили землю, с нуля строим деревню православную. Нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. Сегодня только мечтал о государстве. Ну так неинтересно. В Мамонтовском районе. И все это фотографии здесь. Вы когда посмотрите, вы настолько будете удивлены. Ну, мы уж, я не говорю, где-то в Москве, в центральной библиотеке. Они могут поверить, это у нас, в России. На сайте вы найдете фильмы на снятые. Один занял первое место в России, второй главный приз на международном киноконкурсе. Документальные фильмы о православии. Вот. И у нас, знаете, есть пригласительные. Я вам не скрываю, что отношение к библиотеке у нас просто трепетное. Вот если бы кто к вам приходит, и им подавать вот такую вот, посмотрите, приглашение. Посчитайте. Привлечь людей к библиотеке. И особенно к тому, чтобы люди познали Христа, поверили в Бога, жили для Бога. Жизнь слишком коротка, чтобы так баловаться, как мы живем. Если вы не против, мы вам оставим, чтобы могли потом давать другим. Хорошо. А тут еще нет, наш сайт. Вот. Давай сюда положим. Наверху канал появится здесь. Ну, по данному нас следует. Так, и вот эту бумагу подписать. Я сейчас подпишу, одна остается вам, а одна мне. А Томочка пишет? Да. Торчите, я распишусь, а потом все остальное за вами. Значит, здесь печать и почти печатно написать там Салтунская, Алтайский край. А вот у вас все. Да. Ну, здесь, значит, расписать библиотека, число и вот это вот место, откуда все на этом.
За вами только вот эти две строчки. А роспись поставить, да? Да, рядом распишите, да и все. Вот здесь написать, да-да. Алтайский край, село Салтон. Каждая книга это 750 страниц. Так, положите еще сюда.